Здравствуйте, ребята. Сейчас мы посмотрим, значит, что из себя представляет шип, значит, шин автомашин, так сказать. Ну, мы, наверное, все видели знаки Ш, значит, на задних этих стеклах машины, значит. И предупреждаю, что там шиповые, значит, шины, да. Я слышал, что эти шипы даже выбрасывают из покрышки там. Ну, не знаю, может там лобовое стекло треснуть от этого, ну, если кому-то попадет и так далее. Сейчас давайте же посмотрим, что он из себя представляет, ребята. Вот эта фигня, значит, шип вот этот. Вот она, ребята, я его достал целиком. Вот, сейчас посмотрим, ребята. Значит, это такая металлическая штучка. Шип, значит, видите, да? Вот она. Вот она, ребята. Ну, она, скорее всего, не нержавейка. Она, скорее всего, доржавеет. Сейчас посмотрим. По-моему, у него головка, у него, скорее всего, ребята, победитовая. Ну, видите, да, цвет другой совсем. Совсем другой цвет. Сейчас я постараюсь, значит, его разобрать, снять с этого, значит, сейчас посмотрим. Так, возьмем его. Да, я как и сказал вам, ребята, они, значит, отдельные части. Один отдельно, другой отдельно. Сейчас посмотрим на обе, ребята. Вот они, ребята. Вот стержень. У него, скорее всего, это победит, ребята. Скорее всего, цвет такой. Видите, да? Вот она сидит в нем. Значит, вот отверстие. Видите, да? Я сейчас его, естественно, соберу. И поставлю, значит, обратно. Ну, постараюсь, скорее всего, поставить обратно. Не знаю, как это у нас получится. Сейчас я его соберу. Ну, камеру зафиксируем. Ну, я вам скажу, короче, это трудно его обратно ставить или нет. Ну, естественно, стержень, ребята, не трудно ставить. Значит, у него передняя часть чуть-чуть пошире, но она становится туда очень легко. Очень легко. Сейчас его поставим и посмотрим. Нажмем. Я не знаю, получится или не получится, но что получится, я вам скажу. Если получится, естественно. Я его кручу так. Сейчас еще надо тут отверточку так нажали. Есть, ребята, скорее всего, да, есть. Сейчас еще нажмем чуть-чуть. Вот она, пожалуйста, ребята. Она стоит так, как она и стояла. Ну, не знаю, если, я так думаю, что если не изнашивается шина, если не износится сильно, да, она сама, ребята, оттуда, ну, никак не может, сорваться и в кого-то выстрелить, так сказать, ребята. Вот так вот. Вот такие пироги, ребята. Все, вот, узнали, что такая шина, ребята. Вернее, шип, значит, для зимних шин. Вот так вот. Ну все, ребята, всем желаю ездить безопасно, чтоб вас хранил Бог на дорогах и вне дороги, ребята. Пока-пока.